Пожалуй, лишь раз в год йошкар-олинцам предоставляется столь широкий выбор того, куда отправиться с ребенком. Это День защиты детей, 1 июня. То, что дата выпала на выходной, добавило и праздничной атмосферы. Эпицентром событий уже с утра стал Центральный парк. Здесь открылся детский игровой комплекс, аналогов которому по качеству, как утверждают его строители, в Приволжье на сегодняшний день нет. Сотрудничество предпринимателей республики и властей Йошкар-Олы в области благоустройства города, продолжающееся уже несколько лет, вновь приносит приятные для горожан плоды. Именно за счет средств, предоставленных бизнесменами, без участия муниципального бюджета, в центральном парке столицы Мариэл появилась уникальная детская площадка, оснащенная красочными и интересными малыми архитектурными формами и доступная для всех без исключения маленьких горожан. Общая стоимость проекта составила около 3,5 миллиона рублей. У нас данный проект действует уже в течение 3 лет. Первую детскую площадку 1 июня мы открыли в парке Победы. Вот. В течение 3 лет у нас действует общественная программа по поддержке инициатив, по поддержке именно желания предпринимателей поучаствовать в благоустройстве территории, мест общего пользования, дворовых территорий на территории города. И в этом году, в апреле, к нам обратилась организация с просьбой предоставить площадку для того, чтобы они могли поучаствовать также в этой программе. И у нас вот совместно родилась эта идея по установке данного игрового комплекса детского под названием «Кремль». И вот мы можем на сегодняшний день лицезреть, что действительно в кратчайшие сроки были проведены подготовительные работы. И очень знаменательно, что сегодня, 1 июня, мы открываем данную площадку. Оборудование и малые архитектурные формы, установленные на детской площадке в Центральном парке, закуплены у одного из крупнейших российских производителей, работающего в 15 странах мира. Главная особенность – все здесь соответствует европейским и российским стандартам качества и безопасности. А играть на площадке могут как малыши в возрасте от 1 года, так и дети постарше. Здесь находится оборудование для различных групп детишек, возрастных групп. Справа песочная зона и тематические пружинки для детишек подходят для детишек от года до 3 лет. Также остальное оборудование подходит для детишек от 3 до 7 и от 7 до 14 лет. То есть любая возрастная категория найдет здесь себе интересные занятия. Данное оборудование уникально тем, что соблюдены все требования безопасности. Мы соответствуем европейскому стандарту, сертифицированы европейским стандартом качества ТУВ. Наше оборудование соответствует ГОСТам, которые на территории Российской Федерации действуют. И все, естественно, сертифицировано. В течение ближайшей недели, до 8 июня, вход на новую площадку для всех желающих бесплатный. В дальнейшем с посетителей будет взиматься символическая сумма. Заплатив за вход 10 рублей, дети смогут играть на ней неограниченное время. Стоит отметить, что в этом году в Йошкар-Оле также на частные средства будут благоустроены 30 дворов. Все больше и больше предпринимателей принимают участие в этой программе, причем повторно принимают. Вот более 50 уже предпринимателей приняли участие и выражают свою готовность продолжать именно работать в этом направлении. Мы много очень знаковых объектов смогли реанимировать. Это в первую очередь и аллея здоровья, и места общего пользования, наши парки, где установили вот эти все детские игровые комплексы. Я думаю, что мы будем продолжать. Между тем, не все предприниматели города ограничились лишь финансовой поддержкой в День защиты детей. Оздоровительный комплекс «Малаховские бани» и спортклуб №1 провели спортивный праздник под открытым небом, в котором могли принять участие и малыши, и их родители. Сегодня мы организовали для детей нашего города праздник, который называется «Папа, мама, я спортивная семья». Праздник проводится впервые, но мы надеемся, что он станет традиционным. В нашей программе конкурс рисунков на асфальте, также в нашей программе гонки на трехколесных велосипедах, еще перетягивание каната и последний этап, самый, наверное, будет интересный, это семейная эстафета. В то же время в одном из крупнейших развлекательных центров города при поддержке первой йошкар-олинской FM-радиостанции «Пульс Радио» для детей из Люльпанского детского дома была организована игра в боулинг с бесплатной пиццей и прохладительными напитками и раздачей сладких подарков. Сегодня, как известно, День защиты детей, и йошкар-олинская радиостанция «Пульс Радио» совместно с клубом «Стоун» решили устроить небольшой подарок детишкам с Люльпанского детского дома. Это игра в боулинг, а также мы сегодня порадуем их сладкими призами.
Дети – это цветы жизни, поэтому нужно радовать их не только в День защиты детей, но и каждый день. Отрадно отметить, что в такие праздники, как День защиты детей, к проведению всевозможных мероприятий все чаще подключаются не только муниципальные власти, но и представители бизнеса, проявляя и социальную ответственность, и естественную инициативу сделать жизнь в городе более насыщенной, интересной и яркой. Благодаря этому у жителей города появляется возможность выбирать, куда пойти и как провести праздник. А в случае с детскими площадками, построенными на частные инвестиции, усилия предпринимателей продолжают радовать детей и их родителей круглый год. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28.